version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! The fuck? Did you see that? We lost the engine! Fuck! Fuck! Ah! Jesus Christ! Всем привет, друзья, с вами Сейнце. Мы сегодня поиграем в демку Outlast 2. Долгожданный для многих хоррор, который, к сожалению, переехал на 2017 год. Но, тем не менее, вот сейчас внезапно выпустили демку, которую мы с вами посмотрим. Я играю за мужа вот этой женщины, которую сейчас наш главный герой зовет Лин. Мы оба операторы, которые, судя по всему, летели на вертолете, исследовали, пытались исследовать там события, которые нам описали в начале, и вот мы упали. Мы упали, и сейчас будем смотреть, куда нас занесло. Проходить я буду не спеша, друзья. Демка вроде бы должна быть не длинная. Постараемся играть атмосферно и пугаться только в том случае, если будет действительно страшно. Все, кто хотят просто послушать визги на пустом месте, закрывать это видео сразу, здесь такого не будет. А нам явно больно. Так, ну что ж, как обычно, можем достать камеру. Можем... Зумить, анзумить, и, в принципе, она заканчивается батарейка. Не будем ее тратить на пустом месте. Поехали. Ну что ж, криповенько, на самом деле, начало, весьма я вам скажу. Так. Кабина. Постучаться. Я бы не стал, честно говоря, стучаться, но... Закрыто. Никого нет. Ладно. Так, мы можем бежать, но бежать... А что за... Ладно, вы слышали только что, друзья? Шаги. А? Ладно, никого. Ну, давайте посмотрим, может, что-нибудь будет здесь. Оп. Так, ладно. Хорошо, друзья. Нам постучали в ответ. Ой, твою мать! Вот это жутковатенько. Ну, как сказать, жутковатенько, на самом деле. Увидел нас и ушел? Лунной походкой Майкла Джексона? Окей. Везде разбросаны куклы. Так, садятся потихонечку батарейки у нас уже совсем. И где-то кто-то кричит, слышите? Опа! Твою мать, а там стоит и пялится нас кто-то. Тоже лунной походкой ушел? Да идите вы к черту, смешно. Фу. Ладно. Здесь творится какая-то... Творится какая-то жесткая херня, друзья. Черт. Что же я стучусь во все эти двери? Здесь заколотая гниющая лошадь, а я стучусь как болван во все двери. Да елки-палки. Так, ладно. Ой, кузи глаз выколи. Там есть кто-нибудь, нет? Батарейки. Батарейки рядом с радио. Ну ладно, в принципе. Рядом с радио вполне себе может быть батарейка пальчиков лежать. Это не смущает меня. В принципе, экономить бы хотелось. Ну да ладно, пошлите.
Так. Чтобы лезть в окно, нажмите квадрат. Ой! Какие-то скримеры жесткие такие. Ну, не жесткие, а такие слишком предсказуемые на самом деле. Ну, ладно. Что здесь творится? Здесь хотя бы немножко светло. Примите, не будем поглядывать назад. Ну, чтобы нас там никто не ждал. Так, друзья. Можно углядывать за угол. Угу. Кстати, очень немножко совсем углядывать можно. Слушай, полазим. Здесь пролезли и... И все еще ни хера не понимаем, где мы находимся. Ну что ж, ладно. Не будем спешить, отвернуться. Слышите? Хм. Чувствую, что нас сейчас смотрит. Эти звуки явно неспроста. Ну хрен с ним. Пошлите в темный подвал. Ведь куда еще идти, кроме как не в темный подвал? Ах. Это какая-то... Это маленький ясель, такие для ребенка как будто штука. И кукла лежит. Ну ладно. В таких случаях обычно валить надо куда... О, что? А что это? Как будто маленький... Это дети? И... Друзья, это куча обожженных детских тел? Что за пиздец здесь происходит? Твою мать! Это не пугает, это вызывает какое-то отвращение. И, конечно же, маленькая детская качалка. Так, я слышу детский голос из колодца, как будто там кто-то... Может, там ребенок сидит какой-нибудь? А... Что? Так, ладно, я ни хрена не понял, что сейчас случилось. Какой-то гигантский длиннющий язык засосал нас в колодец, после чего мы оказались в вентиляции. Ну, давайте поползем вперед, посмотрим, что там к чему. Пока это вызывает больше... Так. Так, ну понятно, без камеры здесь не полазить. И здравствуйте, мы падаем в какой-то школьный кабинет. Мне пока чудилась тенюшка, которая пробежала возле школьной доски. Ладно. Батарейка. И зловещий смех, замечательно. Блин, такая темнота, хочется вот просто закрыть дверь за собой. Точнее, перед собой. Ну, выбора у нас нету, надо... Перезаряжаем камеру. И... Блин, вот раздражает меня на самом деле эта близорукость. Более дальше, чем 2 метра, она ничего не показывает, эта камера. Таких камер ведь не бывает. Ну, то есть... Твою медь. Шкатулка. И что, сейчас что-нибудь случится, интересно?
Мы просто достали шкатулку, поиграли и... Ой! Мне показалось... Да что ж... Друзья, вы видите? Меня же не глючит. Да ладно, какая-то тень пытается вокруг нас бегать. Я точно что-то... Так, давайте-ка спрячемся. Так, без камеры нереально. Ну, судя по всему, в шкафчике постукали-востукали и все, да? Ой. Здесь же вы... Ой! Какая-то хрень выпрыгнула. Вроде как и не страшно совсем, просто что опять очень громко по ушам дает. Ну и нас колбасит жестко. Ладно, куда-то валим. Закрыто. Ну еще бы. Здесь у нас что? Тоже закрыто. Так, я вижу, там что-то светится впереди. А, школьный шкафчик светом выдает. Ну давайте посмотрим, что там. Да, за окном себе зима, ну да, в принципе, почему? У нас знатный приход сейчас, вполне может быть. Нас туда сюда колбасит очень сильно по... Опа, кто там? Ох ты ж так, не, стоп. Ну ладно, давайте посмотрим, надеюсь, нас не засосет. Ну скажите, друзья, вас это пугает вообще, а? Вот вам страшно? Мне не страшно, мне даже, ну, не знаю. Давайте посмотрим, что будет дальше, пока какая-то хиния. О, боже мой, страшный чувак, привет, страшный чувак. Да. Ну. Так, и у нас есть задачка сбежать, я так понимаю. Да, у нас... бежим, бежим. Все, мы дочесали до поля кукурузного. Все, играем в детей кукурузы сейчас, друзья. Главное не нарваться на кого-нибудь. А куда идем-то хоть? Я понятия не имею, куда сейчас бежать. Судя по всему, нужно просто от погони спрятаться, да? Которой и вроде бы и нету. Нас здесь должны искать. По-любому. Мы пробираемся на свет. Я вижу где-то впереди свет. А, нет. Нет, ладно, пойдем по... О! Ага. Нас ищут уже. Батарейка. Ой, твою мать! Блин, ладно, неприятно. Черт, а я не уверен, правильно ли я вообще... Какой чувак нас в темноте без фонарика-то заметил, кто-нибудь знает? Нет, не сюда, друзья, куда-то, куда-то еще. Ну, двигаемся. Так, нам явно... О! Видео можно было спрятаться в воде. Там какой-то свет есть, между прочим. Куда нас? В
Вау. Закрыто. Вау, ужас какой. Это все еще не страшно, это просто все еще отвратительно достаточно. Так. Ну, наши преследователи здесь. Ну, давайте дальше почесали, наверное, я не знаю. Они нас как-то не очень-то ищут. Ходят с фонариком себе по полю, больше им заняться нечем. Так, надо найти, куда нам вообще топать, если не сюда. Может быть, там... Нет. А, мы вышли обратно туда, где... Можно спрятаться? В бочке? Хм. Ну окей, попрятались мы в бочке, как бы все, меня это устраивает. Здесь сейчас я вижу фонарики. Если опять не выйдет товарищ, который нас без фонарика смог найти, то мы спокойно сможем пробираться. Давайте-ка вдоль этого пойдем, вдоль сетки. Куда-нибудь она нас да выведет. Слышу шаги, вот прямо здесь. Агась. О, друзья, я понял, куда нам нужно топать. Сейчас он идет, и видите, здесь есть ящики, чтобы через них перепрыгнуть. Вот. Так, нас нашли. Нас нашли, бежим. Бежим, 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 бежим. Ой, так, жестко, жестко, жестко гонится за нами, но это все не пугает ни сколечки. Так, что у нас дальше-то? Спрыгнули, 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 все. А. Да. Ну, судя по всему, это конец. Да, это конец, друзья, демки. Не знаю, я... Мне было скучно, это не совершенно не страшно. Эта камера больше раздражает, чем пугает, потому что, ну, блин. В общем-то, ждать после такой демки Outlast 2 мне как бы не хочется, потому что... Я вот еще по ролику, когда мне спрашивают в комментариях, буду ли я его ждать, писал, что ролик меня не впечатлил очень сильно, потому что все эти, блин, прятки от страшных людей на кукурузном поле, они, блин, ну, меня наводят скуку, я не знаю, почему-то я не испытываю атмосферы страха. Проходя резик по седьмой, который будет потрясающим, я думаю, я реально кирпичами гадил, вот просто, это было действительно пугающе. Почему? Не знаю, больше интерактива, больше, как бы ты мог все вот пожмакать, полочку выдвинуть, звуки были классные, а здесь... Идешь, и у тебя сбоку что-то там, вот где по дорожке, у тебя сбоку что-то шуршит. Ну, шуршит и шуршит, просто чтобы тебя напугать. Идешь немножко дальше, шуршит с другой стороны, чтобы тоже напугать. Опять эти все пряталки. Так если я захочу классного хоррора с возможностью спрятаться в шкафчике, я запущу Alien Isolation и пройду ее, потому что там действительно, мать его, страшно. Даже несмотря на то, что есть оружие и все дела. А Outlast и вот эти камеры, которая дальше двух, блин, метров ничего не показывает, ну, не знаю, это... Первая часть была, да, страшная, но я ее не прошел, мне задолбало. Очень быстро задолбало, на самом деле. Я просто не испытываю ощущение страха. Вот просто не испытываю. Когда есть скримеры, это только скримеры, это неинтересно. А там я ничего, кроме скримеров, не испытывал. Почему-то. Почему, не знаю.
Тут дело вкуса. Я не могу сказать, что эта игра плохая. Это просто не мое, наверное. Ну, а вы, друзья, пишите, как вы перепроходили бы сами. Сейчас она доступна на PS-ке, можете что угодно скачать. Понравилось ли вам? Страшно ли было? Хочется ли полной версии? Либо тоже прошли, думали, ну, ладно, как бы. Да нет, спасибо. Вот. Ну, и, конечно же, делитесь мнением в комментариях, если понравилось это видео. Ставьте лайки. И не забудьте подписаться на канал, дабы не пропустить новых роликов. А я на этом с вами прощаюсь. Мы скоро услышимся. Всем пока.